1500 деревьев высадят в Кирове этой осенью. Новые растения появятся на Мира, студенческом проезде Попова, Ленина и на Октябрьском проспекте. Что касается аллеи на проспекте, план посадок здесь составляли целый год. Почему так долго и какой будет итог, узнала Елена Чехомова. Липы, вязы и живая изгородь на аллее Октябрьского проспекта местами устали и постарели. К таким выводам пришли специалисты по зеленому строительству. 4 сезона они наблюдали за растениями здесь, прежде чем вносить изменения. В рамках юбилея города мы как раз целый год мы шли к этому, проектировали, советовались с ландшафтными архитекторами, с дизайнерами, с питомниководами, которые именно порекомендовали тот ассортимент, который здесь высаживается сейчас. А с архитекторами были прогулки, с горожанами здесь проходились, с дендрологами. То есть мы осматривали каждое дерево и рекомендации того, что можно сделать. Теперь планы составлены и вовсю идут посадки. Благодаря новым растениям здесь со временем станет тише, уютнее, ожидают специалисты. А красный цвет стволов кустарника дерена круглый год будет добавлять центру города новых красок. У нас получается, вот сейчас вот видно 3 ряда посадок. Есть липы и снежноягодники, есть средний ряд, это боярышники. И был 3-й ряд, он тоже был из боярышников, рябин, сирений. Но сейчас они из-за тени там от домов, от лип, они уже выпали. Но его видно. И вот как раз в нем и ведутся посадки из рябины промежуточной, из мультиштамба, и из кустарника, из дерена, вот с красными стволами. Вот. А вот средняя полоса, ее невозможно восстановить, потому что идут коммуникации. И здесь можно сделать променад. И, кстати, волноваться за температурный режим не стоит. Мастера ландшафта уверяют, для высадки кустарников такая погода благоприятная. Елена Чехомова, Кирилл Лянгузов, Бюро новостей Дэвича.